После подсыхания декоративной краски санфарба начинаем группировать песочек. Можно вот такими крестообразными движениями будет собираться маленькие кучки. Желательно, чтобы в руке была две кисточки. Одна, ну, максимально сухие, потому что одна быстро загрязняется. Желательно, чтобы была полностью сухая кисть. Уже конечный результат. Если где-то будет мало песка, можно еще добавить материала. Окончательный результат получается вот такой. После полного высыхания 21 день можно ее мыть.